Все, заходим теперь на ферму. Boys, you go for tractors. Ну вот, тут сразу для детей могут идти копать шарики. О, Арман цирк показывает. Jā, tev labi sanāk. Turpini. Labi. Finish line. Finish line. Finish. Finish, говорит. Skrien tālāk. Вот Александр уже копает. Jā, mēs aiziem pinto galā. Ну ладно. Сейчас пойду. Сено. Ой, я через сено. А? Wow. Don't work? Не работает. Тут идет другой. О! There is one more. Там еще один есть. Все втроем как раз. И как хорошо получается у Александра. Молодец какой. А я по сену похожу. О! А, ну ладно. Сидя. Ну, Александр пошел копать. О, yes. Вот Александр накопал 3 шарика. А что Арманд? Арманд копает. Тут коровки. О, конь. О, Лан закопал там. О, собака. Классно. Курочки. Коровки там еще. Тут курочки. Курочки. Чикен. Такая как мельница. Курочки. Зайдем вам внутрь лучше. Не, вовнутрь не зайти. Ну, ладно. Дух. Свинки. Заказала, ну ладно. Thank you. Чай. Все. Хорошего аппетита. Дети, закрыли рот и кушают. Тишина, слава богу. О, где Александр? Кушает? Кушает. И мы с бабой тоже покушаем и почаемничаем, как всегда. Не очень. Арман? Your food is nice and tasty. Это уставший Александр. You? Nice. Александру нравится. It's also hot. Oh. Coffee. Горячее. Арман ничего не говорит, занят. Bad. Bad. All bad. All bad. Все плохо. Все плохо. And you? Still bad. Дети поехали кататься на тракторах. Большие. Все, Арман повезет Байбу. Большие сами по себе. Тут маленькие есть. О, едут. Ну ладно, Александр.
козочки. Там козочки, там большие домики. О, Байба едет. Арман! А большие уже далеко уехали за дерево. А большие подъезжают. Байба подъезжает. И этот пипикает. Все, приехали. Ух, куда залез. А я пойду пони потрогаю. И овечки. Бедному пони травки не хватает. И второй пони подошел. И для маленьких деток игровая площадка. Вот здесь наши коники пошли. Вот уже Александр там. Ну ладно. Вот это там уже бегает. Арманс тут. Маша все прыгает, бегает. Мы сидим, отдыхаем. Александр. Арманс. Бабы на улице. Байба уже как в цветах. Заныкалась. А опять поймала. Тут искусственные. Что тут есть? Немного. Тут искусственные цветы.
Лупас. Фасоль? Ага. Фасоль, бобы. Помидорчики. О, маленькие уже есть помидорчики. Видишь, зелененькие. А вы не меня с насеной скидываете? Ага. Это аука джунгли. Как умеют, так и держат. Латус. Салат. Пять помидорки. А это что такое? Пеппер. Каприка. Каприка. Ага. Это я возьму ту себе. Да, тут она и есть. Ага. Вот она. Вот видишь, тут уже. Ага. Тут и там. Тоже. Большие помидоры есть, зато тоже. Ага. А это что за чудо? Чудо. Кто его знает? Мне кажется, какой-то чай, салвия может быть. Да, ну. Маме надо спросить. Маму надо. А это когда ты в деревне росла? Я точно знаю, как пипермайт. Аймелиса. Он красис. О, байбом на это, я не знаю. Что мне байбом? Все трава и трава. О, розмарин. Розмарин, это что такое? Сейчас посмотрим. Golden Cocos, Golden Mario. А, Mario Rats. Фенхель. Это что? Не знаю. Мак. Ну вот дети тут играются, поиграются там. Могут тут поиграться. День длинный. Пусть бегают. О, тут свекла и картошка. Вот и свекла, и картошка. Это же потом пойдем посмотрим. Сейчас дети бегают, играются. И мы отдохнем немного. Кто в этом домике у нас сидит? О! Дедушка на банджо играет с овечкой. Что еще тут? Солома. Ладно, идем дальше. Тоже какая-то речка. С рыбками искусственными. Внутри нету. Канальчик такой сделан. Там что? Ничего. Просто домик с окошком. А, здесь детки могут тоже поиграться. Тут что? А, тут можно сажать. Там и земля. Показывают, как сажать надо. Тут во сколько, в какое время, что делается в час. Сейчас будут делать, сажать будут. Тут кукольный театр. Вот и посмотрим, что тут такое есть. Мы пришли в детскую школу готовки. Сейчас их будут учить готовить. Что будут учить готовить, не знаю. Посмотрим. Вот так тут выглядит. Здесь детки наши фартуки. Наши готовы. На готовку готовы. Так, принесли им хлеб. Что будет дальше? My name is Jamie. Jamie будет их учить. And today we're going to make another pizza baguette.
Буду делать багет. So the first thing, the first thing we put on the pizza is on the base. Cheese? No. Sauce. Yeah. So we put some sauce on our proper tomato sauce. So we'll start this side. I'm gonna put a little bit on your pizza baguette and spread it around on the spoon. Какой молодец. Самый большой молодец. Good job. Молодец. So now we've got the sauce, what do you think is on next? Cheese. Using your fingers. Вы используете ваши пальчики. Делайте вашу пиццу. Сосиски и каждый кладет, что он хочет. Ну, ланка всегда лук. Я двумя руками и фоткаю, и видео, все сразу. So once you've finished, move these away. Stop boys. You're very hungry, you can wait for your pieces. Is there other kids that got to use these as well? Fingers are going in there. Sorry? That's alright. Okay, so, Lulu is going to pop your pizza there for me. Oh, just a pizza, I'll put it in the oven.
А это у них пицца будет такая. Арман. Сейчас я это... Right. So if we're going to fall back in about 20 minutes, about 15, 20 minutes, and your pizzas will be ready to eat. Once we all finish what we're going to do next, we take our aprons off and wash our hands. Мы должны вернуться через 15-20 минут. Пицца идет в духовку. И пицца будет готова через 15-20 минут. Ну, один решился пони потрогать тоже. Найс! Ну вот, нравится. Итак, прошло 15 минут, и мы идем обратно в кафе за пиццами, которые дети приготовили. А? Лос! Ну так, идем, когда нам откроют. Вот здесь тоже показывают, как готовить. Все, открывают двери. Заходим. Ну вот, детские пиццы уже готовы. Вот их запакуют каждому. Улан Сван. Улан готов. Молодец. Получили. О, это для меня. Сделал для меня. Я говорю, спасибо большое. Молодец. Can't sit and eat there, boys. Пойдем посидим, покушаем их пиццу. Maybe you try one bite. No. Why? Сами скушают. Сами делают, сами кушают. Всем нравится, кроме Лана. Лан сделал маме. Yeah, you make for me. Oh. Вот что мне дали. Ну, вкусно. Все, дети съели свою пиццу. Идем смотреть зверюшек. О, ламы там. Или алпака, кто это? Сейчас пойдем посмотрим. Алпака. Никого внутри. Уже стрижены. Такая ведька. Это что? Камешки? Алпака. Ну, а свинки там. Это должен быть в домике, наверное. Пойдем посмотрим в домике. Что там есть? Цвета маленький. Зеленки. Я смотрю. How do you not bite glass? Say, on the tree. No, I'm allowed to? Yeah, between our eyes. No. There, see? No. I don't want to go. Nothing happened. Mommy! Move! No, I'm touching. You're allowed. Don't scare. You can do that like that. He like it. See? He love it. Do it. He doesn't have any horns. That's bulls. Try another one. See, waiting to touch him. See other side. No. Вот свежие дети пошли. Не хотят даже погладить телят. Страшно им все. Свинки. A spider!
О! Свильни. О, господи. Special diet, see? Куда все, если вы не набили? Зайчики, где они? А, вон он красивый какой, масенький. И этот какой. А you see rabbit? Ой, там один за колесом. Даже... О! Ух, какие грязи прям. Написано, не кормить свиней. Не в специальной диете. Какой красивый зайчик там спрятался. Уточки. Boys, let's go. Viņi speciāli taisa dubļus, lai viņām ir kur. Rēzelīši, Arman, Barbie. Kokosliki. O, vinagrāt. Boys, boys, grapes. Grapes. Tropical grapes. Tā piekšā. Later. I'll do that as well. Donkey cup. Послик идет. Don't get a donkey cup. Don't get a grape cup. Get it? Grape cup? These are white grapes. Mama, these are white grapes. Vienkārši skaties. Ну вот, хоть дети посмотрят, как растет виноград. Зайдем в домик, посмотрим, что там есть. Что у нас тут? Написано «морские свинки», а вот они есть. Один. Ой, сколько их тут много. Ой, один пьет. Идем дальше. О! Индюки. Turkey, see? There's something. This is Camilla. Camilla. You can hold her if you want to, but she has got sharp little claws in the last two. I didn't quite like it too much. So I'm going to put her onto your lap so she's a little bit more sturdy. Oh, so sweet. She's tiny. She's tiny. She is. She's quite small. She's quite a rodent family. Jūs skārt? Jūs skārt? Ja viņš negrib, negrib. No nīpēc. Vani pārķēl. Strokīt slāvījā. Nothing happens. Nothing happens. Yeah. She's a herbivore, so. She's not biting you. She's not meat eater. Sienu, jā. But T-Rex is not. You find it. I don't think she eats that. It's more like her bed. It's a bit like feeding us a mattress. Yeah. See, nice, pal. Прям странно. Он даже боится всего. Ну вот, всем по мороженому и пошли дальше. Good. Понравилось. Show me which one you have. Oh,
вот какое у него мороженое. О, клубника и ваниль. О. Look at how big noise is Robert. You want that as well? Okay. Alexander, can I make a picture? You're gonna be careful about his head though, because we can't quite see it. Alexander, have a look at me. И даже этот не побоялся, прям странно. Ну ладно, смайл. Happy boy. Кюшки, красивый зайчик. Lady, save you. Какой. Побоялся. Ну ладно. Силы такой. Детям счастье. Нашли кота. Говорят, тихо, кот спит. Еще морские свинки. Выходим. Что тут у нас есть? Тут никого. А тут зайцы. Или кролики. Кролики. Один кроликик. Не, не хочет. Попой повернулся. Торопить пошел. Жарко сегодня на улице. Ну, слава богу, не так жарко, как вчера. Там масенький тоже есть. Так, идем дальше. Здесь у нас всякие мухи, стрекозы и эти, как их, пауки, но в увеличенной форме. Сейчас пойдем посмотрим. Фонарчик маленький. Идем. Пойдем сначала к пауку. Арман, let's go for spider. Пойдем с Арманом к пауку. There is big spider. Вот такой паук. Вместе со своей паутиной. Им это интересней. И мама поскакала. Муха. О, и малина. Вот сделаны как соты. Кузнечик. И клубника здесь. И там вдалеке корова какая-то сделана. Этим песочек поиграться. Клубника уже готова. Ты там на компе? Пчела, шмель, кто-то из этих. Ну ладно. Это кто такой, вообще не знаю. И стрекоза тут же есть. Осиное крыло. Уточки тут. Да,
запах, спасибо. О, индюки там есть. Уточки. Okay, we're going to play. Keep on playing tag. Подожди меня, Мир. Пила, зен троя. Эти два умных забрались в тень. Что еще здесь? А, здесь должно быть инкубатор. Должен быть инкубатор. Сейчас пойдем посмотрим. Да? Там есть яйца в инкубаторе. Яйца внутри. Курочки. А деток нету. Пусто. Ладно, что еще тут есть? Индюки. Ну, ругаться будем? Нет. И хвост распускать будем? Не будем. Этим все равно. Какие-то птички. Пойдем посмотрим, что тут еще есть. Они какие-то маленькие еще. А у них там как гнездочки сделаны. Интересно, какие. Тут никого, пусто. И там пусто. Ладно. Пойду к Байби детям. Вот тут детки могут сожрать что-нибудь. Тут уже картошка растет. Зелень. Деткам поиграться тут. Картошка, морковка в тачке. Могут сажать. С одной стороны, хорошо. В наше время хоть дети видят, как что выглядит, когда растет. А то выйдет только в магазине. Вышел из тени покушать. Большой какой. Выросший лук, красный, белый. О, ну ладно. Let's go to the that slide. Oh, yeah. Я говорю, пошли в этот. Пусть сходит в этот домик. И муравей. Большой и маленький. За ним. Они поползли, кто их знает. Вылезут, нет. Кто-то, по-моему, едет. Сейчас посмотрим, кто. Опс, Арманд. Все, больше никого. Опс, Александрс. Ну ладно. О, Александрс. Yes. Hey, you two. Who come? Yes. Арманд. Oh, good. Вот и утятки. Арманд наигрался. О,
Улан еще играется. Александр пошел в другое место играться. Свинки нашел. Свинок нашел. Через полчаса театра, не знаю, пойдем, не пойдем, что дети захотят. Ну, он тоже свинками заинтересовался. Nothing. Okay. We go to theater then? Yeah. Он говорит, пойдем в театр. Ну, пойдем. Пока посижу. Все, идем в театр, посмотрим, что там будет. Будет что интересное, пойдем. Нет, уйдем. Oops, close. Oh, we have to go to that door. Still close? Mommy, закрыто. Закрыто. Зрители, только мы. Для нас открыли театр. Ну, пойдем посмотрим, что там такое. И кораблики с одним пассажиром. Ох, как тут. Я пошла наверх. Некоторые проголодались. Все на местах. Sit down, please. Все, закончился спектакль. О, я. Вот и все. На сегодня день кончился. Спектакль был только для нас. Сейчас все закрывается уже 5 часов вечера. Мы едем домой. Все, пока-пока.